Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. Действует указ о повышенной готовности на территории республики. За последние сутки на территории, по данным управлением Роспотребнадзора, зарегистрировано 190 случаев новых случаев коронавирусной инфекции. На столицу республики приходится 84 случая. Большое количество случаев зарегистрировано в Нерюнгринском, Мегино-Кангаласком, Мирнинском, Алданском районах. Необходимо обратить внимание на увеличение количества случаев в Илюйском районе и, соответственно, на Усть-Алданский район, в котором также увеличилось количество выявленных случаев коронавирусной инфекции. От 1 до 4 случаев зарегистрировано в 18 районах республики. За прошедшие сутки проведено 1564 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Всего за весь период с начала пандемии на территории республики обработано 860 064 теста. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, безусловно, у нас наступает, наверное, самая любимая неделя, неделя встречи Нового года, и у нас у всех новогоднее настроение. Безусловно, режим повышенной готовности остается. Тем не менее, я хочу обратить внимание на моменты, которые связаны с празднованием Нового года. Указом главы Республики Саха-Якутия установлены ограничения в части совместных празднований мероприятий. Указ готовился таким образом, чтобы все-таки Новый год стал поистине семейным праздником. И, безусловно, та информация, которая идет от административных комиссий о проведении достаточно больших и крупных корпоративов, она не может у нас не вызывать вопросов. В любом случае, при проведении совместных мероприятий, помните четко принципами, которые мы старались жить, и вы прекрасно их соблюдали в течение всего этого года. Это прежде всего, значит, и стараться соблюдать и социальную дистанцию, и не увеличивать тот круг контактов, который с вами был в течение всего этого года. Поэтому еще раз, значит, обращаю ваше внимание на то, что торговые учреждения и точки в городе, в Республике Саха-Якутия вправе работать на более длительное время. Выбирайте для посещения магазинов время тогда, когда, соответственно, значит, там меньше народа. И, соответственно, значит, не подвергайте свою жизнь, прежде всего, опасности. Вирус сегодня есть. У нас в больницах республики сегодня продолжают лечение наши больные. К сожалению, увеличивается количество тяжелых больных, приезжающих из и доставляемых из улусов республики. Поэтому очень хочется, чтобы новогодние праздники мы встречали с вами не на больничных койках.